Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Поехали в дуэлях менять наших защиту. Мгновенно сохранить, мгновенно все. Ну что, погнали тестить свои плюс 2 к скорости. 6-0-98 Муна. Что-то не готов я на него нападать. Давай сначала попробуем, кто у нас тут в истории есть. Пепа, Пейман. Пейман что с нами сделал? Пейман 4-200-4-900. Ага, у него тут вообще золотой отряд. Я с ним связываться не хочу. Пепа. У Пепы этот выносим. Тоже этот золотой, да, отряд? Юмико, лучники, бойцы. Вот, кстати, вот с ним-ка. Давайте Пепу-ка мы попробуем пронести. Сколько у него, интересно, очков? 6-134 против наших 5 миллионов. У меня что, реально 5 миллионов? 200-3600. У меня реально 5 миллионов, 6. Что-то против Пепи мне неохота. Так, давай Пунишерса попробуем пронести. Ага, боевые отчеты. Что-то как-то впритык. 3800 против 2700. 89-89-94. 33 скорости мои. Что-то как-то плохо сыграли, мне кажется. Холли вошел в состояние щит. Авраам применил навык. Ну, в любом случае, победили, ладно. Давайте попробуем кого-нибудь сильного вынести. Вот этого котика. У котика я не помню, что, но давайте попробуем с ним сразимся. Ага. Так. Плюс 2 скорости, пока нам что-то вообще ничего не дали, да? 5500 против 1971. Сотых героев его пронесли F2. Ну, нифига себе, у него так-то тут золотой шмот. Так, вот этот вот, да, у него сильный. 2700 против 3900. Чё он так нас это размотал-то? Золото, золото и золото, да? Мощный, мощный тип. Мой боевой отчет со скоростью сильно не помог, потому что Юмико применил сразу же навык. После этого мы ходили, Абрахам применил навык шок и трепет. Холли провел обычную атаку. Розита применил навык пламенная страсть. И повешал только на конни, да? Да, однако же. Я думал, скорость нам сильнее поможет. Что-то как-то впереди только Леркон. Фир Тумун. Ладно, Фир Тумуна мы побеждаем. Это прекрасно. У Фир Тумуна что? Пам-парам-пам-пам. Золотая розита, которую тоже размотали. 489 атаки. Прекрасно у нас на розите. Леркун там с 9-9, это тоже стоит, все с Т9. Такое чувство, что выгоднее в Т9 вложиться, чем во что бы то ни было. НХС. НХС попробуем, нападем на НХС, давайте посмотрим. Ну, таких сильных мы как и не побеждали, так мы их и продолжаем не побеждать. 3-400 против 5-100. Почему? Кто мне ответит на вопрос, почему? Потому что просто тупо в золоте, да? Вот смотрите. Вот как можно вот вообще проиграть? Вот я вот этого вот... Ну, если честно, я не особо это поменяю. Смотрите, атака выше, защита выше, здоровье чуть ниже, скорость выше. Отчет о битве. Сколько было раундов? 6 много было раундов. Мы в связи с этим, видимо, и проиграли, да? Ход номер 8. Ну, как-то обидно, если честно, 3-400 против 5-100. Но что я еще могу по этому поводу сказать? На самом деле, дуэль это вообще не показатель. Как бы да, в золоте, да, как бы у меня нанесенный урон почти такой же, полученный урон меньше. Характеристики выше, но при этом, при всем, я почему-то ему проигрываю. Вот это вот, ну, если честно, бред. По мне так. Давай вот просто еще раз попробуем затестить. И тоже поражение. Вот я считаю, что вот это вот вообще дико неправильно. 3700 против 4000. Как может чувак с характеристиками меньше моих меня выигрывать? Вот смотри, 1127 убивает Абрахам с луками, да? Ну вот как это может так происходить? Объясните мне. У меня, вот посмотрите, на сколько процентов у меня все выше.
А я считаю, что это бред. Ну, по мне, так полноценно. Просто чувак с луками меня побеждает. Это неправильно. Это не может тут так работать, потому что отчет о битве... Вот давайте смотреть. Абрахам применил навык. Холли потерял 42 бойца. Абрахам потерял 19, да? Розита применил увечья. То ли у меня совсем навыки не проходят, то ли что Холли хэстекен не мота. Бред. Ну, если честно, то это бред. По мне, так это полный бред. Ну, пофиг в том, что он нам в наши в 2 победил, и в 3 он тоже победил. Это я все понимаю. Но это что-то какое-то... Из разряда фантастики то, что происходит, потому что я ему проигрываю. Стрелкам, Вася, стрелкам я проигрываю. Что за бред? Давай просто сейчас найдем NXS. Вот просто ради интереса я хочу его найти. Испытание. Давай вот мы ему сейчас стрелков поставим. Вот давай. У меня на стрелков вообще ничего не будет распространяться. И мы сейчас ему тоже проиграем, соответственно. Да это меня не волнует. Давай просто сражение. Ну смотри, просто боевой отчет. 405-800. Короче, ну, если честно, мне нечего на это сказать, почему мы со стрелками ему, с бойцами мы ему проигрываем. Вот это вот бредятина. Так, Астра. Астра тоже в золоте. Слопнуться это тоже в золоте. Пейман, кстати, 4900. Давай попробуем редактировать. Сейчас мы бойцов поставим обратно. Бойцы. Тут так оставляем. Тут так оставляем. Все сохранить. И Пейману мы тоже проигрываем. 5020. Это понятно. 260. 200 против 3400. А, нет. Вот. 2400 против 4300. Это вообще просто... Просто бойцы. Ладно, у этой хоть лошади. О, честно, я не понимаю, как это работает. Мне вообще что-то бесить это начинает. Да понятно, что этих всех я буду побеждать даже со скоростью. Что мне моя скорость дала? По сути, блин, я вообще не понимаю, что мне моя скорость дала. Я теперь больше отношусь к тому, что скорость, она нужна для того, чтобы собирать нейтральные отряды, а не химии. Кстати, я потом попробую, когда я альфу все-таки докачаю и бету. Тогда мы будем тестить. Сейчас пока я, честно, расстроен тем, что с высоким процентом я просто проигрываю.